развитие Некрасовки будет способствовать вообще развитию этой территории. Поскольку улучшить среду в любом случае можно только развивая ее. То, что если оставить все как есть, это регион будет депрессивный или, говорят, что может превратиться в гетто. Вот где и собирается вот этот весь негатив, который очень сильно чувствуют люди. И мы сегодня говорим о необходимости развития, и слава Богу, что у нас есть средства на это, у нас есть для этого желание, воля и те специалисты, которые есть. Я считаю, что принятие вот этих поправок в генеральный план города Москвы будет способствовать комплексному развитию этого региона, ну, части Москвы, и, конечно же, улучшению окружающей среды и в этом регионе, да и, может быть, и если говорить о Москве в целом.